на торговой площадке города представлены поселки несколькими небольшими торговыми точками. И, на удивление, крупным супермаркетом «Пятерочка». Здесь же главная прогулочная зона для жителей поселка. Небольшая аллейка, вдоль которой расположен дом культуры и магазинчики хозяйственные. Ну, конечно, встречает всех дедушка Ленин. Обратил внимание, что Ленин в Ростове очень креативно везде изображен. Если во всей России он просто вперед рукой куда-то призывает, то здесь вот, например, спокойный такой стоит, руки в карманах держит. Поселковый клуб, центр детского творчества. А это главная детская площадка Волошина. Завершение прогулки налево, вот такой вот колодец. Вероятно, даже натуральный. А прямо за детской площадкой еще одна скульптурная композиция. К сожалению, молодой человек не подписан, но очень похож на господина Сергея Кирова. Главную достопримечательность снизу мы разобрали, а теперь полетаем. Интересный подход дорожника в Волошино. Ну, видите, как трясется камера. Дороги не сделаны, а линию провели. Причем местами сплошную. Надпись на выезде. Будущее Волошино в руках молодежи. Надпись на въезде. Ну, во-первых, основан в 1786 году. Очень старый населенный пункт. И такая оптимистичная. Волошино растет, но не стареет. И сзади такой на ржавых ножках знак Волошина. Места, конечно, Волошина окружает очень красивые. Вот эти вот поля, зеленые летом и весной. Сейчас вот желтые. Почти горы вдали. Дороги, выходящие куда-то вдали.